понедельник в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Днем 2-4 градуса тепла, ночью минус 1, плюс 1 градус. Ветер юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 4, ночью минус 1 градус. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Тольятти облака и солнце, температура воздуха днем плюс 3, ночью 1 с плюсом, ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 3 градуса, ночью 1 ниже 0, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.